ночи очень. Я боюсь дня, как огня, потому что я знаю точно, и точнее узнать нельзя, что однажды днем или ночью подо мной уплывет земля. Белым пламенем или черным я скажу просто от тебя. Я закажу постель в фабрике ледяной. Я вас прошу, метель, станьте моей женой. Я лягу на постель Я закажу постель.